В этом бою победу и звание чемпиона Черкасской области по боксу среди мужчин 2014 года завоевал Вадим Царенко, мастер спорта Черкассы «Вулкан». Ребята, на награждение. На награждение на пьедестал Царенко. Жовтов. Награждение проводит ректор Академии пожарной безопасности Василий Николаевич Андриенко. За второе место награждается Сергей Жовтобрюк, Черкассы, ДЮСШ-МРИА. За первое место награждается Вадим Царенко, мастер спорта, город Черкассы, спортклуб 3х4.